Ну, такой, да, вопрос сложный, конечно. Но я думаю вообще, что все-таки мир очень правильно устроен. И мир, и... Я думаю, что... Я просто не представляю, человек, наверное, с ума сойдет, если он будет бессмертен. Это... В этом есть какая-то очень правильная, верная логика. Она, конечно, для людей там уже в определенном возрасте, там, это для меня... Понятно, что, так сказать, время наше истекает, и, конечно, мы испытываем всякие по этому поводу свои эмоции. Но испытывать эмоции — это тоже часть жизни. И если ты лишен этого, ты тоже чего-то теряешь очень важно. Я думаю, что мир необыкновенно точно, необыкновенно творец, во что я верю, он, конечно, все правильно сделал, и человеку, человек, да... развивается, и человек уходит из жизни, и в этом тоже есть логика, значит, обновляется общество, так сказать. Ну, представьте, если все будут бессмертными, какими... Умнее от бессмертия не станут, поверьте. Никто не станет от того, что проживет 150 лет. На мой взгляд, умнее уже никто не будет. Я думаю, что в тот примерный срок жизни, который нам уготован, это и максимум той мудрости, того ума, который мы можем приобрести. От того, что он будет увеличен, ничего большего мы... Мы все равно никогда... Есть вещи, которые мы никогда не поймем. Есть вещи, которые никогда не будут нами по-настоящему поняты, так сказать. И все равно... Если хотите, даже смысл нашей жизни мы все равно никогда до конца не поймем, хоть мы будем 1000 лет жить. Вот. А устать от этого, я думаю... Потом ведь для тех, кто помоложе, я могу сказать, что такое жизнь в определенном возрасте. Тебя покидают, ты становишься, ты уходишь из той реальной жизни, которая живет. Общество, приходит молодежь, ты, то есть логично, что ты как бы уходишь из этого и окончательно уходишь. Это, в этом есть мудрость, в этом есть это. Я, поэтому я думаю, что нет, не хотел бы я быть бессмертным, я думаю, что это большое наказание вообще-то. И я думаю, что не надо к этому стремиться. Другой вопрос, что... Там можно до определенного рода, наверное, продлевать жизнь. И самое главное, сделать ее более, ну, чтобы человек более был дееспособен, что ли. Чтобы он, так сказать, дольше мог работать, дольше мог там, существовать. Но, я думаю, бессмертие... Не надо... Вызов Богу — это... Ни к чему, не надо этим заниматься, это опасно.